Если вы отдыхаете в Лазаревском в районе Свирского ущелья, покушать можно в столовой от гостевого дома «Море и горы». Работают они до 10 часов вечера. С меню можно ознакомиться прямо при входе. Расположено около входа. Цены доступны, как в принципе во многих столовых, которые есть в ближайших районах. Сейчас мы пройдем в столовую. Передвигаемся мы по территории гостевого дома «Море и горы». Столовая находится тут. Меню разнообразное, цены доступны. Здесь идет раскладка блюд. Здесь находится столовая. Для детей есть телевизор, туалетная комната, микроволновка подогреть. Вот это столик. Там непосредственно идет набор блюд. Набор блюд. Чай? Покушать в столовой могут как гости отеля, так и отдыхающие рядышком.